8 марта 1945 года. В Москве 8 марта 1945 года прозвучал салют в честь крупной победы войск 2-го Белорусского фронта под командованием маршала Рокоссовского, которые заняли в Восточной Померании более 300 населенных пунктов и приблизились к Данцигу. Войска 1-го Белорусского фронта взяли в плен свыше 3000 немецких солдат и офицеров. В Венгрии, северо-восточнее и южнее озера Балатон, наши войска продолжали отбивать атаки крупных сил пехоты и танков противника. За 8 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 128 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 61 самолет противника.